На бельвицерчном сон. Отец кубаческого леба. Главного він Николаева. 30-е годы. К нему приходит еврей пожилых лет. Этому леба. Мой сын занимает высокий пост в Советском Союзе. И его невеста. Они хотят делать хупу. И они хотят, чтобы вы это им сделали. С опасностью для жизни. Вот с одним условием. Если вы соберете минимум 10 евреев. Мы с вами знаем, может быть, 9 самых великих раввинов сидят в синагоге. Но пока не пройдет еврей, который по дороге в волне. Или вообще на пляж. Без него... Минина не будет. И говорит рабы, я это сделаю. И он собирает миньян. И приходит молодая пара. 12 часов ночи. В подпольной комнате. Но они считают. А их уже 9, а не 10. Что делать? Не хватает 10. А без 10 нет святости, нет Бога. И вдруг рабы, говорит, отец Вальского рабы вспоминает. Минуточку. Недавно же подселили мне агента КГБ, чтобы он следил за моими деяниями, он же мне. И случайно это еще Аид, понимаете? Позовите его, будет 10-й! Ребе, вы понимаете, кого вы зовете? Я понимаю. Им стало не жгит. Они приходят к нему, стучат. Ему стало не жгит. Вы понимаете, кого вы зовете? Он говорит, мы понимаем. Ну, я бы нам сказал, что нам делать. И тогда, он говорит, ну хорошо, если я бы сказал, я пойду. Послушный агент КГБ, видно. Он приходит, всем стало плохо. Они уже начали прощаться, бедные. Он заходит. Ребе к нему подходит в момент и говорит ему. Тут собралась еврейская пара. Осветить свой союз с Богом в тройной союз. Муж, жена и ой бы что. Творец. Но они не могут добавить Всевышнего в союзника без тебя. Ты, Аид, ты 10-й. Без 10-го святости в этой комнате не будет. Только ты, уважаемый агент КГБ, НКВД тогда еще, можешь создать святость в этой комнате. Впервые в жизни он услышал, что в нем есть святость. Говорится в хасидизме, частица Бога, мы все дети царя. И впервые он это уже осознал. И в этот момент, самый драматичный в его жизни, агент КГБ закрывает шторы, одевает кипу и отвечает «Амен». И в этот момент хупа состоялась. Но главный момент, который произошел, это позже. Начинается суд над Рублицком Шнаусоном за антисоветскую деятельность. И кто был, мои дорогие, главный защитник? Этот агент НКВД, кто был главным обвинителем, отношение Ребе к нему, он увидел в нем вот этот цвет, пламя, всегда хочет идти ввысь и вверх. Он снял с него эту оболочку, эту грязь, и раскрыл это. Как только это раскрылось, пути назад не было. Агент НКВД от обвинителя, от предателя стал главным защитником Любавческого рабы. Меняем мы подход к другим, и они меняются с этим листьем.